За прошедший год судебные приставы возбудили порядка 500 тысяч исполнительных производств. Больше всего по взысканию долгов по кредитам и административным штрафам. Итоги работы ведомства подвели сегодня на расширенной коллегии. Подробности в следующем материале. Если должники уклоняются от уплаты, то приставы готовы пойти на крайние меры. Свою эффективность уже не первый год доказывают запреты выезда за границу. Благодаря этому взыскали многомиллионные суммы. При оплате долга ограничения снимают сразу. Раньше процедура снятия ограничений занимала до 10 дней. Вместе с тем, сегодня остро стоит вопрос снятия с учета действовавших до введения электронного документа оборота постановлений судебных приставов-исполнителей о запрете на перерегистрацию транспортных средств. На особом контроле защита прав детей. С алименщиками приставы не церемонятся, накладывая арест на заработную плату и возбуждая уголовные дела. Если долго не удается найти алименщика, он объявляется в розыск. 1400 должников по алиментам, то есть каждый восьмой, привлечены к административной ответственности по статье 5.35. Штрафы накладывают и на коллекторов. Вот уже 2 года судебные приставы ведут реестр таких фирм. Организации по взысканию долгов нередко перегибают палку. Жалобы на их работы увеличиваются. Только в январе текущего года за защиту нарушенных прав в управление уже обратилось 15 граждан. В отношении 50 организаций составлены административные протоколы и направлены для рассмотрения в суды республики. Председатель правительства республики отметил, что между властями региона и судебными приставами налажено эффективное взаимодействие. Ключевая задача – взыскание долгов с работодателей. Благодаря принятым принудительным мерам взыскания жителям республики было выплачено 60 миллионов рублей задолженность по заработной плате. Большая работа ведется по взысканию налогов и сбору с недобросовестных налогоплательщиков. Всего же в прошлом году приставы республики взыскали более 6 миллиардов рублей, но потенциал куда выше. На коллегии ведомства обозначили приоритетные задачи. Несмотря на продуктивную работу в прошлом году, судебные приставы республики так и не взыскали многомиллионные суммы. Это отметил и вновь назначенный руководитель управления. Разбор полетов проходил за закрытыми дверями. От своих коллег Анвар Закиров потребовал улучшить показатели. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика.